Возвращаясь к теме Дня знаний, к окончанию школы у большинства ребят уже есть дальнейшие планы. Кто-то поступит в вуз, кто-то получит профессиональное техническое образование. Мы поинтересовались у школьников, кем они хотят быть в будущем и что для этого делают. Я хочу стать программистом. Для этого мне потребуется математика, геометрия. Для фотографа нужны физика, черчение и геометрия. Я хочу стать учителем литературы. Певица, когда вырасту, и в этом году я пойду в музыкальную школу. Я хочу стать дизайнером интерьера, потому что мне нравится все это. Мне нужно учить чертение, геометрию и русский язык. Мне нравится лечить людей, и нужно изучать предметы химии и биологию. Я хочу стать биологом, чтобы изучать растения. Я учу предметы обществознания, потому что это очень важно. Я хочу стать стоматологом. Я хочу стать инженером, чтобы изобретать новые виды транспорта, помогать людям. Надо изучать математику и геометрию. Оказывается, чтобы стать фотографом, нужна не только тяга к фотоискусству, но и черчение и геометрия. А стоматологу пригодится психология и правоведение. В жизни будущим специалистам понадобятся не только знания, но и качества, которые в них воспитает школа. Например, усидчивость и исполнительность.